Во имя могущественного Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Ты кто? Кто ты? Он сказал: «Человек Божий, пожалуйста, не проходи мимо меня, молись за меня». Теперь он говорит: «Ты кто?» Чтобы вы увидели, что многие из людей, которых вы видите, хорошо одеты, с красивыми волосами, хорошим костюмом, похожи на настоящих джентльменов, вы не знаете, что у них внутри. Вы не знаете. Всем нужно избавление, всем. Если вы продолжите искать кого-то, кто вам нравится по его внешнему виду, вы попадете в ловушку. Вы ошибетесь, вы сделаете ошибку, потому что всем нужно избавление. Что здесь происходит с этим человеком, с этим милым мужчиной, который пришел сюда в своем красивом костюме? Это то, что нужно всем. Человек, который говорит: «Человек Божий, пожалуйста, помолись за меня». И когда человек Божий молится, он говорит: «Кто ты?» Что это обозначает? Значит, два человека в одном. В одном человеке две личности, и это не шизофрения. Это не биполярное устройство и не шизофрения. Это явно связано с духом, который обитает в нас. Мы говорили в прошлом, что если Святой Дух не живет в нас, тогда какой Дух делает? Потому что нет нейтрального королевства. Для всех вас, которые говорят: «Я не хочу Бога и не хочу дьявола», такого заявления не существует. Либо у тебя есть Дух Божий, и ты слуга Бога, или у вас есть злой Дух, который делает вас слугой дьявола. Все просто. Во имя могущественного Иисуса Христа. Что ты с ним сделал? Оставьте этого человека в покое. Он великий пророк. Этот парень слишком нас беспокоит. Оставь его. Просто оставь его. Как он мешает вам, люди? Этот парень много молится. Он тревожит наше королевство. Оставьте его, пожалуйста. Слушайте. Мы уничтожаем все, что связано с этим парнем, потому что он великий пророк. Открой уши и слушай. Этот парень видит небеса, ангелов, все. У него есть видение, но мы заблокировали все, что связано с этим парнем. Отпусти его. Мы поразили его голову и мозг. Мы послали ему шипы из ада. Мы поразили тело этого парня, потому что он считает себя мудрым. Он хочет проповедовать, он хочет провозглашать то слово единого там, наверху. Мы никогда не позволим этому парню провозгласить это слово. Он слишком велик, его будущее великолепно. Когда этот парень молится, небо трясется. Он великий пророк, просто оставьте его в покое. Мы поразили все его тело. Каждую ночь мы посещаем этого парня, мы кормим его, и он ест. А потом мы убиваем его карьеру. Он много плачет и говорит: «Господи, зачем ты меня создал таким? Зачем ты привел меня в этот мир, если ты хотел меня покинуть?» Так что не освобождайте этого парня, просто живите с ним одним. Оставьте его, пожалуйста. Вы видите, кто хочет, чтобы вас, никто не хочет, вас не освободили? Демон говорит: оставьте его в покое, так как мы уничтожаем его и даем ему адские болезни. Это хорошо. Оставьте его в покое, чтобы его можно было уничтожить, потому что если вы избавите его, он станет пророком. Человек Божий.
Итак, что мы извлекаем из всего этого? Мы узнаем, что дьявол очень хорошо знает, кем должен быть каждый из нас. Мы те, кто этого не делает. Дьявол знает, и поэтому он посылает демонов, чтобы овладеть нами, чтобы связать нас и контролировать наши мысли. Он посылает их, чтобы они сказали нам, сделайте это, чтобы быть уничтоженным. Идите туда, сделайте это. Демонические вещи. Потому что он знает, что если он позволит нам освободиться, мы примем Иисуса Христа в свою жизнь. Иисус Христос сделает нас великими, и Его имя будет прославлено в нашей жизни. Дьявол это прекрасно знает и пытается связать людей, даже когда они еще находятся в утробе матери. Как вы попали в этого человека? Я вошел в него из чрева его матери, потому что когда он был маленьким, свет был слишком ярким. Вы все слышите? Свет был отличный, все его боялись. Они задавались вопросом, кто этот парень, который хочет освободить эту семью? Он никогда не освободит эту семью. Мы поймали его и убили всю его семью. Даже его старший брат умер 3 дня назад. Они похоронили его вчера. Мы покончили с его семьей. Мы закончили каждую из них. Мы все разрушили. Этот мальчик молится весь день. Он говорит, «Боже, позволь мне освободить мою семью». Этот парень очень опасный парень. Не освобождайте этого парня. Этот парень видит ангела, он много молится, он видит видение, и мы закрыли ему глаза, чтобы он вообще ничего не видел. Он ничего не видит. Мы закрыли ему глаза и закончили его карьеру. У него все есть, он работает, но он занимает деньги у людей. Этот парень занимает деньги у людей, хотя работает. Мы закончили его карьеру и все, что связано с этим парнем. Этот парень много молится, он герой. Этот парень великий пророк, он видит небо, он видит все. Послушай меня, теперь тебе пора идти. Во имя могущества Иисуса, выйди! Выйди во имя Иисуса! Вон! 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 Во имя могущества Иисуса Христа! Вон! Спасибо, Иисус Христос! Вы свободны во имя Иисуса Христа! Аминь! Встаньте! Спасибо, Иисус! Как дела? Я освобожден! Я в порядке, сэр! Спасибо, Иисус! Вы могли бы послушать, что здесь происходит? Вы помните, что вы говорили? Я слышал, как бесконтрольно говорю. Так что дух, который мучил вас и вашу семью с момента вашего рождения, исчез. Спасибо, Иисус! Вы свободны сегодня. Я молился за этот день. Все вы слышали, что сказал злой дух, когда я просил, как он вошел. В нем говорилось, что он проник из чрева его матери еще до того, как он родился. Это очень важно. Всем нужно избавление. Даже нерожденным младенцам нужно избавление. Вы видели, как нерожденный младенец получил свое избавление? Если бы мать этого человека ушла к человеку Божьему, потому что я тогда не родился. Если его мать пошла к человеку Божьему, когда она была беременна, чтобы получить свое избавление, они оба будут освобождены, и они не будут страдать столько лет. Таким образом, люди гибнут из-за незнания. Люди погибают. И причина, по которой мы позволяем им говорить для нас, детей Божьих, учиться просыпаться от глубокого сна, чтобы наша вера и наше сердце активизировались и стали более устойчивыми, как христиане.
Не христиан, у которых все время бывают взлеты и падения. Это вам что-нибудь напоминает? Когда вы счастливы, вы взволнованы, говорите «Аллилуйя». Когда случается что-то плохое, вы очень грустите. «Где Бог? Я столько лет верил в Него, и ничего хорошего из этого не вышло». Христиане, которые иногда находятся на подъеме, а иногда вниз, и реальность остается прежней. Дьявол будет продолжать разрушать вашу жизнь, ваших детей, ваших внуков. Всех. Пока вы позволяете ему это делать. Вы давно хотели приехать сюда, но все были какие-то проблемы. Я думал о том, чтобы приехать сюда каждый день. Всегда была проблема. Я думаю о том, как тебя видеть каждый день. Если вы были освобождены раньше всего того, что случилось еще с вашей семьей, можно было бы избежать. Вы понимаете? Точно да, сэр. Но все равно лучше поздно, чем никогда. Точно. Окей, лучше поздно, чем никогда-либо. Точно. Слава Богу, ты сегодня здесь. Если вас не освободили, вас убьют в следующем в очереди. Если вы не были освобождены. Да, потому что я мог видеть, что они делают со мной каждый день. Во сне меня кормили каждый день. Каждый день. Да, потому что они хотели убить тебя, как твоего брата. Дух упомянул, что они убили вашего брата. Тот же Дух хотел убить и вас. Именно потому, что я много раскрываю секреты. Было время, когда я много молился. И я начал видеть вещи, я начал освобождать людей во сне. Не волнуйся, теперь все кончено. С сегодняшнего дня вы начинаете новую жизнь. Спасибо, Иисус. С сегодняшнего дня, спасибо, Иисус. Вы можете двигаться вперед по жизни. Спасибо, Иисус. Благодарю Тебя, Господь. Меня зовут Осас Виктор. Я из Нигерии, но проживаю во Франции. Сэр, во время службы мы видели, как вам подошел человек Божий и молился за вас. Мы также видели, как вы разговаривали с человеком Божьим, говоря, «Пожалуйста, человек Божий, помолитесь за меня», и вы пытались привлечь его внимание. Что случилось в тот момент? Пожалуйста, объясните нам. Я переводил для кого-то, как кто говорил по-французски. Поэтому я сказал человеку Божьему, «Пожалуйста, ты можешь прикоснуться к моей жизни, потому что я чувствовал, что как что-то движется во мне». И он сказал, «Хорошо, не волнуйся». Но когда он возложил на меня руки, я почувствовал, как говорит Дух. Я не мог понять, что происходит. Я чувствовал, что говорю, и это было неконтролируемо. Я не мог его контролировать, и он продолжал говорить снова и снова. Все сказанное имело отношение к тому, что происходило в моей жизни с момента моего рождения. Когда Дух проявлялся, мы слышали, как он исповедуется. Этот парень видит небеса, а ангела он видит все. У него много видений. Мы заблокировали все, что связано с этим парнем. Мы уничтожили все, что связано с этим парнем, потому что он великий пророк. Мы поразили его голову и мозг. Мы послали ему шипы из ада. Мы поражаем все его тело. Да, то, что сказал злой дух, очень ясно и верно. У меня были видения с детства. Но я начал получать много нападений, когда я рос. Потому что у меня было видение, что я стану человеком Божьим. В видении на меня была могущественная благодать. Я молился за людей и так далее. Из-за этого у меня начались проблемы. У меня были видения, но был определенный момент, когда нападений было слишком много. Я начал отступать и мог сказать, что мои видения о себе не сбываются.
Я мог видеть себя живущим на моей, не моей жизнью, и так я решил приехать в Грецию и найти пророка. Я действительно хотел прийти, чтобы получить свое избавление, потому что он работает, но занимает деньги у людей. Этот парень занимает деньги у людей, хотя работает. Мы закончили его карьеру, мы закончили все в этом парне. Каждую ночь мы посещаем этого парня, мы кормим его, и он ест. Тогда мы убиваем его карьеру. Ничего, что попало бы в мои руки, не работает. Когда у меня есть работа, я теряю ее через 1-3 месяца. Я чувствовал, что каждую ночь я ел что-то, что-то ел, и что-то в груди у меня. Раньше я ел какую-то странную еду каждую ночь. Иногда я пытался извергнуть его, но чувствовал, что это не еда и не вода. Это было что-то еще, очень большое, висело у меня на груди. Я чувствовал это каждый раз во сне. Не раз и не два. Это происходило регулярно, даже когда мне хотелось привлечь и отдохнуть. У меня сохранялось ощущение, что я съел что-то, что создавало препятствия в моей карьере. Это начало блокировать мое зрение. Я работаю, но не могу сказать, что у меня остались деньги на себя. Я даже занимаю деньги у людей, как будто не работаю. Мне было очень неловко, но моя карьера была на очень низком уровне. Демоны действительно прикончили меня. Благодарю Бога за сегодня. Мы убили всю его семью. Даже его старший брат умер 3 дня назад. Его вчера похоронили. Мы покончили с его семьей и с каждым из них. 4 дня назад я потерял старшего брата. Его похоронили вчера. То, что сказал злой дух, абсолютно верно. Мы можем понять, что действительно есть великое видение, великое обетование Богов, и ваша жизнь и сатана со всех сил старались разрушить и уничтожить ваши мечты, видения Бога и план вашей жизни. Но мы благодарим Бога, потому что сегодня его планы были разоблачены и разрушены, и свет Божий снова сияет в вашей жизни, так как ты себя чувствуешь сейчас. Я самый счастливый человек в мире. Я благодарю Бога за то, что Он прибыл сюда сегодня, я получил свое избавление. Слава Богу! Аминь! Что вы обещаете Богу отныне? Я действительно буду следовать за Господом и превозносить Его имя, выполнять Его обещания и прославлять Его имя. И мы также хотели бы настоятельно призвать вас продолжать стремиться к божественной цели Бога для вашей жизни. И поскольку вы ежедневно делаете Его Слово стандартно своей жизни, небо в конечном итоге будет вашим пределом во имя Иисуса Христа. Аминь.